Близнецы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на апрель месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И в конце расклада мы возьмем карту совета, что вам высшие силы подсказывает, а что нужно остерегаться, что нужно для вас менять что-то. И первая карта для вас на начале месяца – это карта восьмерка мечей. Восьмерка мечей показывает, что вы как-то не можете что-то отпускать из своей жизни. Все-таки вы горите до сих пор изнутри. Да, уже в начале месяца вы как будто есть какие-то невозможные ограничения. Да, вы все-таки горите. Хотя здесь есть решаемые проблемы, да, ситуация. Только самое главное, раскройте ваши глаза, да, уши и отпускайте руки, да, дайте себе возможности. Но не нужно вот себе вот это состояние сохранить на протяжении. Для некоторых здесь может быть и даже последние 8 месяцев. 8 недель вот такое состояние у вас и происходит, да, здесь нужно все-таки начать чего-то новое, да, не гореть изнутри, да, не дать вот это возможность, что все, у вас все как бы конец. Давайте посмотрим все следующая карта, что это касается, это карта умеренность, да, карта умеренность, это показывает, контролируйте ваше внутреннее состояние, да, контролируйте, знаете, вот ваш баланс нужен для того, знаете почему? Потому что здесь как будто у вас есть какие-то идеи, но вы думаете это, если правильно или неправильно. Но я хочу сказать, что вы уже должны принять это решение, да? Это решение касается только вас, да? Никто, кроме вас, это решение не примет. Потому что, да, для некоторых может здесь возможности начать вот чем вы занимаетесь, какой-то дополнительно, да, какая-то вашей работы, да, вы можете еще чем-то сочетаться, да, чем-то еще заниматься. Здесь как-то дается возможность, если сказать про рабочие моменты, да, вы как будто не видите этой возможности, хотя здесь можно, да, здесь только вы должны, самое главное, сделать правильные шаги. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца апреля, что говорит. Шестерка мечей. Шестерка мечей говорит о том, что вы уже уходите от каких-то берега, да, вы приплываете к другим берегам, к новым берегам, да. Для некоторых может быть какая-то дорога, да, кто-то хочет какую-то дорогу, поездку, но думает, что здесь нету возможности. Хотя здесь есть возможность. Если вы хотите это делать, то возможности здесь делать есть, как бы только сами, если вы примете это решение, то вы сможете это делать. Если касается ваше внутреннее состояние, то вы ушли от каких-то проблем, да, может, вы ушли от эти, вот то, что вы горели изнутри, вот уже в начале месяца, вы решили все-таки делать шаги вперед, да, уже вы это решили. Все зависит от каких-то действий вы дальше будете делать, да, вы какие, ну, цели себе поставите, да, какие, то, что вы желаете, да, ваше желаемое, да. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца для вас, мои дорогие близнецы. Это карта Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей — ваши страхи пока, да, ваша неуверенность, да, преодоление, да, уже в середине нужно преодолевать, хотя здесь можно сказать, что вы преодолеваете вот эти ваши страхи, да, вот это то, что вы горели изнутри, и даете возможности что-то новое, да, может, если касается это какая-то поездка и дороги, то здесь вы как-то все-таки преодолеваете, да, эти страхи, да, и вы не ждете, что вот чудо и все меняется, только вы это сможете. Давайте посмотрим следующая карта, что говорит для вас. Это рыцарь мечей, да, правильно то, что карта подтверждает, что вы уже преодолеваете, да, вы идете, да, вы делаете действия, не то, что здесь, когда мысли и неуверенность, да, а здесь уже, когда вы все, вы решили, что вы сможете, да, вы приняли правильное решение, да, что вы то, что вы хотите добивать, если касается эти отношения, если касается рабочие моменты, если какая-то дорога, то вы все-таки знаете, как правильно, вы знаете, как вы хотите это, да, вы боретесь за свое место под солнцем, вы боретесь за свое, да, вы хотите быть счастливы, да, и вы не отпускаете ваши руки, да, хотя если вы даже горели изнутри вот до начала апреля, как будто здесь как решение, да, приняли, что все, мне хватит страдать, я поплакала, да, вот что-то у меня не получилось, но мне нужно все-таки идти дальше, да, потому что моя проблема сидеть на одном месте, она все-таки не решится. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — Королева Пентаклей. Королева Пентаклей так и подтверждает все мои слова, которые я вам говорю, они подтверждаются с следующей карты, что вот вы поставили точки, да, вы поставили точки над «и», да, даже здесь, если касается
касается отношений, даже если это касается какая-то рабочая дорога, для вас вы приняли решение, с кем вы хотите вообще иметь отношения, да, с кем вы хотите дружить, да, и что вы вообще хотите для себя, потому что вы вас на сегодняшний день не показывает, да, вот именно в апрель месяце, на середине, не показывает эмоционально, да, не показывает женщину, которая может страдать, плакать, она просто четко себе ставит цели, да, кто хочет видеть рядом. Она как бы расчищает свой путь. Даже если это касается мужчины и женщины, это одно и то же, потому что вы как бы, знаете, вот все-таки решили, что хватит, да, мне все-таки нужно идти, ну, вот жить настоящим, да, жить настоящим и поставить себе цели на будущее. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам Рыши и Силы, король кубка. Для женщины я хочу сказать, что может вернуться какой-то человек в вашей жизни, но этот человек, когда все-таки ушел от вас, да, и вот уже в середине может какое-то сообщение от него получите, да, здесь как-то показывает, что здесь вот не нужно бояться, да, и поставить точку с этого мужчины, потому что вы горели, да, вы страдали из-за него, да. Если это касается мужчины, то я хочу сказать для тех, которые имеют отношение с женщиной, будьте аккуратны, да, следите за здоровьем ваших мужчин, которые рядом с вами, да, и мужчины одинокие тоже посмотрите ваше здоровье, да, потому что здесь показывать или эмоционально, или даже стоит обращаться вот все-таки ну, какой-то женщине, может это как врач, да, тоже показать. Давайте посмотрим следующая карта для вас на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает. Это карта мира, да, карта мира, как сказали, что это может быть какая-то путешествие, да, все-таки для некоторых, да, здесь будет встреча с каким-то человеком для женщины, а для тех, которые одиночек, сохраняйте свой мир. Не даете возможности никому вас разрушать. Да, мужчины и женщины, постарайтесь любить себя, ценить себя, потому что вы это стоите, да. Никто вашу дорогу не проходит, да, вы сами себе проходите, поэтому сохраните ваш мир, да, и сохраните ваши цели, возможности, которые у вас есть. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют, да, что они вам советуют. Поставить себе новые цели, взращивать новые идеи, да, эти новые цели, новые идеи, которые вы себе поставите на апрель месяца, они вам приведут вот даже финансово, даже это отношение, здесь приведут именно к конце до 7 месяцев вам успех, да, исполнение ваших желаний. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.